Добрый день, дорогие друзья! Давайте мы сегодня уделим внимание еще одним прекрасным жителям парка Львов-Тайган. Это ламы и альпаки. Очень милые создания, с такой милой внешностью, особенно у альпак. Альпаки – это вообще милашки. Что ламы, что альпаки – они родственники верблюдов. Вот так вот, друзья. И особенно ламы, они даже зачастую и используются, как и верблюды, в качестве вьючных животных. Но в отличие от того же верблюда, лама на себя много груза не возьмет. Если она чувствует, что груз тяжелый, то она просто опускается на землю и ее уже не сдвинуть. Вот такие умные создания. О том, что ламы очень умны, свидетельствует еще тот факт, что в Америке их активно используют в качестве, кого бы вы думали, пастухов. Да-да, ламы очень сообразительны, легко приручаются и вот используются даже в таком качестве, как пастухи. Причем используются они очень успешно в этом деле. Вот, ламы, как и верблюды, могут плеваться, но это не агрессивное животное. Они что ламы, что альпаки не кусаются. И больше вот так, если выясняют отношения, то демонстрацией, а не какими-то там драками. Ценятся, конечно, не благодаря своей шерсти. Очень такая хорошая получается шерсть из их шубки. Вот, видите, тайгановские как обросли. Вот, если их подстричь, то немало будет шерсти. Курочки с ними активно составляют им компанию в вольерах. Вот такие, друзья, жители Тайганы. Очень милые создания.